Здравствуйте, ребята, мои подписчики. В этом видео я расскажу про свою систему ProWheel, которая была стандартная на велосипеде Forward Apache 2.0, которая прошла порядка 3000 километров с заменой двух цепей, то есть каждая цепь по 1500 километров. Итак, расскажем немножко о самой системе. Это, по-моему, ProWheel 26, как-то модель там называется, ProWheel Forge A26, по-моему. Это алюминиевые шатуны размером 170 миллиметров. Вот здесь мы видим тоже алюминиевый шатун. Под квадрат. Мы видим под квадрат. И вот что я хочу рассказать. Помните, у меня было видео о том, что я прошел там 2800 километров и что я там за все время поменял. Так вот, я за это время не менял систему, и настало время ее поменять. Так как выяснилось, что у меня звезда полностью съедена. Звезда — это вторая. То есть третья звезда, в принципе, более-менее живая. На ней я еще бы мог откатать, ну, порядка, я думаю, тысячи спокойно. А вот вторая звезда мы видим. Вот она, вторая звезда. Она съедена в хлам. Причем цепь была Shimano Dior 73-я. Сейчас я купил Shimano Dior 53-ю. Посмотрим, как она откатается. То есть система полностью, вторая звезда полностью износилась. У меня на второй звезде появлялись прокруты, так называемые. То есть при большой, даже небольшой нагрузке у меня проскакивали звезды по цепи. Система является неразборной, поэтому как бы я катаю постоянно, ну, почти двойку и тройку звезды. То есть первая звезда, почти, видите, я не катаю на ней. Система была: малая звезда 22, большая 32 и самая большая звезда 42 зуба. То есть, в принципе, для города и катания мне очень хватало. Вот. Долго штудирую интернет и цены на системы, как бы не хотелось покупать опять систему ProWheel. Она стоит порядка, я не помню, у нас в Беларуси порядка 30 рублей. То есть по-старому это 30 тысяч, если я не ошибаюсь. Ну, система, в принципе, нормальная, но хотелось бы разборную. Разборные системы я посмотрел, начинаются это Shimano Acera, по-моему, 390 модель. И Shimano Olivia 430 модель. Мониторив цены, поспрашиваю у нас в городе. Я живу в городе Гомель. Цены у нас особо неадекватные. То есть за ту же Асеру и Оливию просили порядка 80-100 рублей. Это 800-1 000 000 рублей по-старому. Это для меня очень дорого, так как системы звезды являются расходниками. И платить за расходники не очень-то хотелось. У нас велосипед бюджетники, поэтому пришлось искать в интернете замену. Ну, покопавшись в интернете, я нашел неплохой вариант. То есть на сайте поехали.net, это белорусский сайт, форум велосипедистов, я приобрел вот эту систему, которую уже установил. Оливия, система Оливия под квадрат. Вот с такими вот шатунами. Вот смотрим. Сейчас я перекручу. Посмотрим, вот правда вверх ногами, мы видим, вот 430, это система Оливия. Бралась с разборными звездами, то есть в будущем возможна замена звезд большой, малой, ой, большой, средней и малой. Не знаю, как малая будет сниматься, но большую и вторую звезду точно можно поменять. Вот так вот. Система отличия от моей предыдущей ProWheel. Вот мы видим, большая звезда у нее 42, ой, врум, 44 зуба.
в отличие от старой 42, а средняя и малая одинаковая, 32 и 22. В принципе, по качеству Шимана Алия не очень, как бы говоря, то есть звезды средней паршивости, они штампованные, но для такой цены вполне неплохой вариант. Брал я на поехали.нет за 60 рублей, что, в принципе, не очень-то и дорого. Ну, всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки. Если я вижу, что лайков очень много, то есть я вижу, что вам видео это понравилось, и мы будем снимать.